Динеева Эльмира Саидовна. Вот здесь, есть. Усиинова Диляра. Как давно вы здесь работаете? Я работаю уже третий год. Вот, я плачу исправно налоги. У меня точка мясная, хорошая. Все деньги, которые я где-то когда-то зарабатывала вот здесь, вот, я вкладывала в бизнес. У меня нет ни копейки отложенных денег. Вот, теперь на сегодняшний день под видом теплотрассы, они сняли теплотрассу рыночную, сказали, что это только этим закончится. 26 января в исполкоме принимается решение сносе рынка. Приходит господин Рычков или Бычков, как его фамилия? Денис Александрович. Да, клеит на ролеты бумажечки. Есть у кого-нибудь сейчас такая бумажечка? Слушай, у меня там ролеты есть. Подожди, куда я еду? Сейчас я покажу, секундочку. Кто-нибудь, вот это, по-моему. Нет, это держи, другая. Держи. Есть. Вот, посмотрите, является ли это документом? Без печати, без исходящего номера, без подписи. То есть это называется моральная давка. Все собирайтесь и уходите. А потом, когда мы же жаловались еще наверх, значит, получается, что мы все добровольно, когда им надо будет отчет писать, что мы все добровольно сняли свои точки. Он пришел в пятницу, и мы ему говорим, дайте нам с печатью и с подписью. По решению. Даже то, что это исполком решил. Никто ничего не дает. Вот такие квиточки. Я говорю, объясняю, а если от имени, это всем вручили, а если от имени, допустим, Крымской прокуратуры кто-то придет, вот такие же квиточки налепит на ролеты с указанием, что до конца рассмотрения дела мы ролеты не разбирать. Мы кому будем должны верить? Естественно, последнему, но опять-таки без печати, без подписи. Вот. Сегодня приходят уже, мы пришли на работу, подтягивается полиция, прошу прощения, и, значит, начинают под прикрытием полиции, начинают срезать ролеты. Мы стали возмущаться, мы вышли с портретами Путина, с государственными флагами. Пожалуйста, что наша полиция оставила? Наша милиция. Полиция оставила от портрета Путина. Лично я его в руках держала. Ко мне подошел. Наша полиция, которая дышала на меня угаром, просто перегаром. Выкрутила три мужчины. Выкручивали. Я пришла на работу, на свою точку, стою, хочу работать. Ко мне приходят три мужчины, делают вот что с нашим многоуважаемым и любимым президентом нынешним, да, и меня выкручивают. Мы хотим, во-первых, нарушено наше конституционное право на труд. Мы трудимся, мы не просим помощи у государства, мы трудимся. И они нарушают наше право на труд, это раз. Лишают нас рабочих мест. Налоги мы должны платить при этом, мы сейчас работать не будем. А на эти налоги будут жировать вот эта полиция и наш исполком. Администрация. Обращаемся к Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите нас от беспредела. Когда мы впереди планеты всей бежали на референдум 2 года назад, клянусь я вам, я думала, я 8 часов в очереди стояла, в 8 утра пришла голосовать. Есть видеокамеры, есть доказательства. Я голосовала в 8-й школе. В 8 утра я уже стояла в очереди. Для того, чтобы проголосовать, я реально думала, что мы бежим от фашизма, от бендеровцев. А получается, что мы прибежали к другим фашистам. Спасите нас, пожалуйста. Поменяли. Если вы свою власть здесь поставили, значит, уберите этих фашистов и поставьте нормальных людей, которые будут за людей. Они слуги народа, мы для них платим, за них платим налоги. А они убегают от нас. Они без охраны, полиции, они вообще не ходят. Вот это одели. Мы не зря одели. Вы думали, нас не тронут? Просто вот что сделали. Мы с 7 до 7, 17 градусов мороза мы стояли, у нас девочки стояли, торговали. А мы за свои деньги должны пойти опять купить. Это справедливо. Еще 2 месяца надо ждать, пока они нам построят. Уже куда только не обращались, где только не писали, кому только не писали, кого только не просили. На колени надо встать. Встала на колени. Пожалуйста, спасите. Оставьте нам места, пожалуйста, господин Путин. Можно все перетерпеть. Можно все перетерпеть. Нет света, нет газа. Это все ерунда. Если у человека есть стабильный доход, если у него есть работа. Но если у тебя забирают последнее, работу,
Мы просили, давайте мы будем платить арендную плату городу. Узаконьте. Узаконьте, рынок против. Но зачем просто выгонять нас? Все, критическое нужно, время такое. Где сейчас можно найти работу в Евпатории? Вы посмотрите, сколько мужчин. У нас здесь работают грузчики. И я не буду, скажу правду. Есть люди, вот которые вернулись, женщины, подождите, детей, которые вернулись из мест лишения свободы. Их нигде на работу официально не берут. Садики в два раза подождите, наши мужчины взяли их грузчиками. Они не пьют, они работают, они трудятся. Это действительно ребята работящие. Но они не воруют. Они попали где-то там, кто-то по ошибке или как. Вот, вы представляете, сейчас минимум человек 15 пойдет бомбить и грабить город. Вот. А потом мы все удивляемся, когда наши правоохранительные органы говорят, откуда берутся преступники, проститутки, откуда берутся террористы, откуда берутся ИГИЛ. Посмотрите, сколько мужчин остались без работы, а им семьи кормить надо. Сделайте что-нибудь. Ну, у нас что, у нас 100 тысяч Евпатории город? Граждане в этой стране не имеем ни на что права. И посмотрите, сколько людей без работы. Почему нас никто не слышит?